Друзья, здравствуйте. Ладно, давайте вот без всего вот этого. Давайте вот постоянно вода, вода, вот одна вода у этого ЗДС. Как вы его смотрите? Это уже просто ужасно. Чел, ты можешь, пожалуйста, не лить воду? Блэкраш, показали интерьер тюрьмы. Как вам? Вот тут сразу нужно сказать, что да, нужно посмотреть интерьер тюрьмы. Давайте мы в нее сейчас зайдем. Вот, то есть тюрьма выглядит как реально такая, знаете, вот, то есть, ну, похоже на настоящий. Я в тюрьме не сидел, я не знаю, как там, что, где, откуда. Если кто-то из вас, возможно, там, я не знаю, в тюрьме сидел, может, вот в комментариях написать, как вам все это. Похоже ли вот то, что сделала команда Блэкраша на настоящую тюрьму в России, или может быть там в СНГ, может быть в Америке, может быть там еще где-то. Но Блэкраша — это же криминальная Россия по сети, это именно Россия, поэтому вы как бы можете тут сказать, вам нравится или не нравится, или круто, или там плохо, или отлично, или неважно, или возможно еще какие-то вот эти вот все прочие вещи есть. Это абсолютно точно вот, ну, не для нас, не для вас и не за Кавказ. То есть, ну, без разницы абсолютно. Давайте посмотрим, что вот пишут люди. То есть тут поиск YouTube, как правильно войти в хату, чтобы тебя не попустили. Там играем, то ё-моё, там какая-то реклама идет. То есть ладно, я вам даже не буду показывать все эти комментарии, я думал вам показать, но в целом, то есть там какая-то реклама, там какие-то вот эти вот все прочие вещи, я вам, пожалуй, показывать все это не буду, потому что, ну, просто ужасные вещи происходят. Вот, то есть вот весь интерфейс, вот новый интерьер, вот все новые вещи тюрьмы. То есть тюрьма — это вообще страшное место, не желаю вообще, чтобы хоть кто-то там оказался, кроме тех, кто реально там, возможно, как-то переступил черту закон. Не те люди, которые просто, может быть, там, я не знаю, перешли дорогу на красный свет, там, не дождавшись немного, там, желтого, может быть, или еще какого-то света. То есть, ну, типа, не особо все это хорошо, не особо все это круто. И вот эта вот вся тюремная тематика, я думаю, что было бы лучше, если бы вот все было как-то немного без нее. Потому что с ней, ну, чуваки, ну, будем честны, ну, это же, ну, такое себе. Ты, типа, сидишь, ты, типа, такой на все это смотришь и думаешь, ё-моё, а зачем? Зачем мне все это надо? А зачем еще кому-то хоть вообще все это надо? Ты сидишь, думаешь, чуваки с Блэкраша, ну вот зачем выставлять всю эту черноту, все вот эти вот прочие вещи, тем более там какой-то вот этот вот весь половой мужской орган нарисован. Если вы не видели, как он выглядит, то как бы, ну, посмотрите вниз. Если вы, конечно, не женщина, потому что женщина на моем канале, сейчас я даже скажу вам, сколько в процентном соотношении. Сейчас у меня тут есть, знаете, такая статистика от Ютуба. Может быть, кто-то сидит через мамин аккаунт, может быть, там еще какие-то вещи происходят. Вот, то есть статистика от Ютуба говорит следующее: то, что женщина у меня тут, знаете, на Ютубе 3% от скольки там, от, получается, сейчас, от 14,5 тысяч зрителей. То есть 3%, но это не это больше, чем одна, я так понимаю. Это какие-то люди, видимо, забывают выйти с маминого аккаунта и смотрят мои видосы прямо вот оттуда. Чуваки, давайте-ка вы будете без всего этого, потому что мне кажется, что это не особо нормально, не особо правильно. И типа, ну такой, ну типа, чуваки, зачем вам все это надо? Нужно ли вам все это, самое главное? А также, зачем, для чего, откуда, почему, зачем и как? То есть давайте мы не будем задаваться всеми этими вопросами, мы просто посмотрим на всю вот эту вот клетку, на всю вот эту вот, знаете, тюрьму, на все вот эти вот прочие вещи и посмотрим, нормально ли она выглядит или нет. Ну, для тюрьмы, то есть действительно, она устрашает. Единственный минус в том, что все это будет выглядеть в самой игре не так, как вот оно все выглядит в реальной, на скриншотах, то есть в реальной жизни на скриншотах. И слава богу, потому что не дай бог кому-то в реальной жизни вот совсем вот этим вот столкнуться, вот эти вот шконки все, вот эти вот там какие-то, я не знаю, члены на стенах вот этого вот всего заведения. Я никому не желаю совсем этим столкнуться, потому что просто ужасно, просто плохо и просто отвратительно. То есть я не знаю, как вообще можно со всем этим разбираться, уживаться и так далее. Давайте-ка мы лучше так делать не будем. Поэтому вот, я вам что могу сказать. Блэкраша, рулиплей, вы можете ее скачать по ссылке в описании. Там же есть внизу в описании мой никнейм Данила КПРФ. Там же в описании есть мой промокод хэштег ZDS. И там еще есть много всяких разнообразных вещей, с которыми вы можете ознакомиться, с которыми вы можете вообще понять, что там, как, откуда, зачем, почему и для кого вообще все это надо. То есть вы все это наблюдаете, смотрите, рассматриваете, и возможно в будущем когда-нибудь там вот все это будет. Однако ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся тут же завтра, наверное, в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. Всем пока.